Всем привет, ребята! Сегодня я хочу рассказать вам, как делать значки с закругленными углами для своих видео в YouTube. Поскольку сам информации такой я не нашел, рылся, там все советуют в фотошопе всякие там, не знаю, это все надо изучать, это кучу программ надо вам знать, да? А как сделать просто? Сейчас я это вам постараюсь показать. Например, смотрите, мы сделали с вами видео и хотим выложить в YouTube и сделать красивый значок. Например, вот два индикатора такие. То есть для начала мы их сфотографировали. Надо их открыть с помощью стандартной программы Paint. Так, сейчас мы их вместим в наш экранчик. Так, видно, да? Теперь смотрите, что я делаю. Вот у меня они, например, смотрите. Так, нет, для начала надо, смотрите, что с ними сделать. Надо их сначала открыть с помощью Microsoft Office Picture. Picture, как это правильно читается, менеджер. Но опять же, он у вас может и не стоять, эта программа. Это идет программа вместе с Office 2007. По-моему, в 2010 там... Не, может не идти в комплекте. То есть проверьте, есть ли у вас эта программа. Любое изображение можете взять правой кнопкой и посмотреть, появится ли в контекстном меню такая программка. Теперь смотрите, что мы в ней делаем. Сначала подготавливаем ее. Тут нажимаем «Изменить рисунки». Можем нажать «Автоподстроечку», иногда лучшее качество. Сразу подбираются цвета, контрастность, яркость. А ну пробуем. Оп. Ну да, улучшилось вроде бы. Более такое насыщенное стало. Можно все это здесь сделать вручную. Но это уже не об этом сейчас. Значит, что нам надо сделать? Обрезать лишнее сначала. То есть я хочу, чтобы вот края значка были вот по этой границе. Обрезаем лишнее. То есть мне надо значок вот такой сейчас. Без полей всяких лишних. Так, нажимаем ОК. Все, нету нигде ничего лишнего. Так, вроде нормально. И теперь смотрите. Можно, в принципе, выйти, сохранить. Так, смотрим, у нас 116 килобайт значок. Это нормально. То есть он у нас... YouTube примет его. Но если бы он был 3 мегабайта, это уже была бы хрень. То есть 3 мегабайта никак не примет. Тогда вам надо было бы опять открыть с помощью... Ну, давайте сейчас оригинал возьмем. То есть вот смотрите, если, допустим, у нас большой файл, вот он, 2,8 мегабайта, для значка не прокатит на YouTube. Что мы делаем тогда его? Опять же, открываем с помощью этой программы, нажимаем «Изменить рисунки». И здесь, смотрите, есть изменение размера. Здесь мы можем в процентах выставить сразу, чтобы долго не долбаться, 50% давайте от исходного. Окей. Сохранить. И теперь смотрим. Так, обновить. 846 килобайт. Видите, он стал занимать. То есть это уже для значка YouTube пойдет нефиг делать. Так, ну, нам сейчас это не надо. Так, едем дальше. Теперь нам надо округлить края. Вот у нас получилось все четко. Значок соответствует по размеру. Все как хорошо получилось. Теперь, ага, смотрите еще, что я хочу. Вот это мне не надо между ними. Вот эта линия. Тогда смотрите, что я сейчас сделаю. Опять же, открыть с помощью Paint. То есть я показываю без всяких фотошопов, без всяких программ дополнительных. Как это все сделать. Так, масштаб. Чтобы все у нас в картинку влезло.
Выделение выбираем. Выделяем один индикатор. И перетаскиваем его поближе. Вот так, чтобы не было зазора. Вот так я хочу сделать. О, классно, да? То есть, смотрите, вот теперь у нас красивый будет значок. Можем его сразу сохранить. И теперь дальше. Нам же надо сделать закругленные края. То есть я просто ластиком беру вот так вот и закругляю. Но не ровно же получится. Надо какие-то границы нам сделать. Вот взял, допустим, выноску. Взял ее белым цветом, выбрал. И рисуем эту нашу выноску. Так, чтобы мы видели края. То есть захотите круглый значок, пожалуйста. Кружок вставили. Вы заметили, да, у меня вот последние видео, там, где я успеваю, вот я делаю такие значки уже кругленькие. То есть они будут бросаться в глаза сразу. Прямо в глаза вам будут бросаться. И теперь смотрите, резинку выбрал, увеличил для удобства. И погнал. Удалить все лишнее. Долго, может быть. Хотя быстрее, чем вы Photoshop откроете. Потом Photoshop же денег стоит. Надо его купить, поставить на компьютер. Где-нибудь на торрентах его купить надо, правильно? Научиться с ним работать. А тут вы сразу можете, смотрите, как классно. Чпок. Чпок все углы. Отчпокали. Короче, вот так, не буду сейчас стараться. Если где-то вот так мазнули, ну знаете, да? Стрелочка. Отменить. Последнее действие. А, мазнул. Ну да ладно. Короче, вот так удалили. Теперь выходим, сохраняем. И все. Вот у вас готовый кругленький значок для YouTube. Можно опять его открыть, допустим, с помощью Paint. Можете какую-то стрелку туда вхерякать. Давайте вот такую красную. Толщину линии. Еще и сплошной цвет выберем. Чпок. Так, сплошной цвет надо было тоже, допустим, красным. О! Любой тут выбирайте. О, вот так, желтый. Зеленый. Ладно, пусть зеленый. Что-то перепутали. Понятно, да? Надо отмену. Ну, надеюсь, понятно, да? Вот такие можно готовить значки. Без всяких фотошопов. Блин, ну блин, дурак, ребята, а. Вот это я творю дело. Нахрена было так усложнять? Только сижу и думаю, ну елки-палки, что я творю? Можно же все проще сделать. Ай, балда. Еще раз. Крыша едет. Иногда. Можно же проще. Смотрите, звезду выбираем. Так. Я хочу синюю ее сделать. Вот это выделывался, блин. И вы хоть бы подсказали кто-то. Заливку выбираем, да и все. Цвет заливки. Вот. Ой, балда. Вот так я хотел. Вот так, все, ребята, все, всем пока. Вот такой будет значок на это видео. Классный? Все, делайте свои значки тоже.